Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Шкода Суперб. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор, штатная шумоизоляция. На полу в багажнике несколько кусков фибропласта, пару полосок на задних арках. Это одни из самых шумных мест в автомобиле. На салону смотрим, пол в салоне, также несколько полосок фибропласта. По дверям небольшие полосы фибропласта уже присутствуют. Владелец жалует, что шумный автомобиль. Готовим поверхность и приступаем исправлять. Закончили клеить фибропласт на полу на Суперб. Максимально обрабатываем поверхность, тщательно прокатываем валиком. Также обработан багажник. Задние арки, крылья и пол багажника. Продолжаем работу. Закончили клеить шумоизоляцию на Суперб, проклеили шумопоглотителем пол в багажнике, пол в салоне. Задние арки используем Vision, толщина 6 мм. По дверям смотрим, в данной программе клеим 4 слоя. Первый слой вибропласт, толщина у нас 3 мм. Второй слой мембранная шумоизоляция Integra, 6 мм толщина. Третий слой мы также используем вибропласт. 2 миллиметра. Четвертый заключительный слой мы наносим на дверные обшивки. Это у нас шумопоглотитель, толщина 15 миллиметров. Дорабатываем двери, собираем, проверяем, автомобиль готов. Ставьте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!